Что тут скажешь? Ситуация на Покровском направлении сейчас как никогда тяжелая. Ведь оккупанты вплотную приблизились к Селидово и Мирнограду. Продолжается эвакуация мирного расселения. О том, что происходит вблизи Покровска, сюжет наших коллег с проекта «Спецкор». Ух ты! FPV-шка! Газуй, Олег! Вали. Вражеский FPV-дрон врезается между машинами эвакуации. Безперечно, они злякалися дуже. Безусловно, они испугались очень. Я когда повернулся, по салону была пыль, поднялась. Ближе к двери сидела девушка, которая очень сильно испугалась. Но более-менее все хорошо. Сильно привлекалась, но больше-менее все добре. Такие реалии сегодня на Покровском направлении. Оккупанты слишком близко подошли к Селидово и Мирнограду. Отныне безопасности здесь нет. Ни для военных, ни для гражданских. В першу очередь допомагати людям. В первую очередь помогаем людям, потому что я сам из Покровска. И непонятно, завтра я могу оказаться в такой же ситуации жизненной. Смещение из северного направления и западного к южному оккупанты после захвата Михайловки, которая в окрестностях Селидово, вышли на окраины города. Столкнувшись с отчаянным сопротивлением ВСУ, в Новоградовке враг двигается по направлению Сухой Яр и ведет наступление вдоль железной дороги, также в районе Мариновки. В основном идет пехота и артиллерия и дроны. Ввиду прорыва врага к дороге Селидово-Карловка Е-50 и взятия под контроль села Мемрик, угроза нависла над нашей группировкой в районе Карловки, Невельского и Красногоровки. Оккупанты за любую цену будут развивать наступление, чтобы закрыть в мешке ВСУ. Страх того, что могут быть и наши полуподразделения, которые могут быть слева, справа. Мы также не всегда понимаем, почему у нас с ними нет связи. Поэтому ориентируемся на форму и скотч, но и на разговор, общение на украинском языке. Отныне от Мемрика враг будет наступать по дирекции Украинск-Кураховка. Эти населенные пункты в ближайшее время окажутся в зоне боевых действий. Притормози в районе Елизаветовки на севере в направлении Мирнограда, враг развил наступление южнее, в сторону Селидова. За счет дронов. У них много этих дронов. Ну и людей у них много. Очень много. Город Покровск, который был всегда в тылу, отныне прифронтовой город, из которого объявлена эвакуация. Собственно, как и из окрестностей того же Мирнограда и Селидова. Ввиду тактики врага, эти города ждет такая же участь, как и Бахмут, Марьинку и Авдеевку.